Здесь он заворачивает, и походу соляра кончилась. Пиздец, блин. И доехал же ведь отсюда до сюда. А с участка доехал. Прикиньте, надо сейчас проверить уровень топлива. Наверное, соляра кончилась. Надеюсь, по крайней мере. Как хватило. Прям вот до сюда, вот только. Вот прям здесь. Газанул. Он когда воздух есть, он газует, и потом писет, короче. И походу все. Солярис кончился. Охренеть можно. Охренеть. Да, соляры нету. Обсух. Блин, и доехал, главное, не стал нигде. Как-то вот хватало. Вот, прям вот, вот здесь вот. Вот сюда такой раз, и на последних парах заехал. И самое херовое то, что надо сейчас подложить камень какой-то под него, потому что он у меня сейчас не опущен, чтобы не выкатился, блядь. Я вообще херею, блядь. Как, блядь, такое может быть? Вот, прям вот здесь, брррр, и все. Ты ж хоть до парковки доехал. И то хорошо. Интересно, не выкатиться, нет? Не хотелось бы, блядь. О, он портит, видите, как все. Офигеть можно. Сейчас придется ехать на участок за солярой. Блин. Чё я там не посмотрел, сколько в баке, и не заправился. Да хер знает, думал, у меня еще есть. Я же выезжал, не проверял, у меня логически должно было быть. Крайний раз у меня было 7 часов. 7. И сегодня 3, 10 часов. Ну, он у меня не полный был. Он, конечно, обсохнет. Блядь, ну доехал до дома? До дома доехал. Я офигею. Блин, мыши в клей не попадают, представляете? Здесь ложусь с краю, они съедают. А я им тут деликатесов оставил. И не попадают. А вижу, что здесь шарятся мышки. Потому что есть их жизнедеятельность и следы. Если оставляешь здесь хлеб, они... его едят. Вот тут прогрызло. Так что, блин, клей все не хочет попадаться. Тогда пришел, только 4 штуки их было. Здоровые такие, поменьше. А сейчас какая-то нет. Типа хер тебе без два, а не клей. Это вообще писец какой-то. Что-то вообще-то мыши сильно умные. Поеду на заправку, съезжу, соляры возьму, 15 литров, херня это все. Чё там, блядь? Не буду я заморачиваться, наверное. Купить соляры, да и голову себе не забивать. Сейчас позвоню насчет топлива, может, у него есть. Когда поеду на участок, возьму канистры. Или хрен знает, что делать. Ладно, надо обдумать. Кирпичи подложу, чтобы не укатился. А хули он стоит на бугру? Укатиться может. Ковш не опустить, он над гаражом. То есть вот я на пригорок раз, и он того сказал, иди кури бамбук нахер. Пил 10 литров на заправке. Надеюсь, что хватит. Ну, должно хватить. Не стал больше брать, зажопил. Потому что я по 55 брал и по 45. Ну, ехать неохота мне просто до этого, до участка. Подышать соляра, пока съезжу. Время проще. Вон заправка там у нас. Там дорогое топливо, но похер, лишь бы все равно дешевле получится, чем мне ехать на векторе. Жечь топливо и... смысла нету. Залил 10. Надеюсь, что боком стою, но засосет массу. Включаем, да ептать. Да что ты нахер. О, все. Very good. Сейчас питание электромагнитный
насосик подключу. Насос у меня стоит уже с самого начала, как я купил трактор. Когда я играл со Stainway D, не знал, что он там, думаю, ну, начитался там форума. Типа это электронасос может подкачивающий насос. Низкого давления он может быть хуёвый, из-за этого у вас, короче, все из-за этого. Ну вот я поставил здесь электронасос, вот он. С финской машины Вектру дизельную разбирал. Вектру Б, а там финны уже поставили. Этот подкачивающий. И вот он меня выручает. Так. Сейчас подключим насос. О, сюда надо. Я уже забыл куда. О, взял. Взял соляру. О, я им не пользуюсь, он мне только на подкачку нужен. Больше ничего. Солярис взял, пускай побольше потарахтить, чтобы подпродуло все там это дело. Так, сейчас берем ключи и будем пробовать заводить. Будем пробовать заводить. Блин, все грязное теперь. Будет ноги грязные. Посмотрим, сколько он прокачал. У него, как правило, только чуть-чуть воздух подхватывает, сразу обороты увеличиваются, и все, и хана. О, все, арбайтинг. Насосик прокачал систему. Прямо его, а без него-то замучишься. Ну, не знаю, у меня замучишься, у вас, наверное, не замучаешься. Вот оттуда масло течет. Вот оттуда, из передней стенки. Вон все в масле. И там что-то вон сзади. Оно по поддону стекает. Турбина что-то здесь. Ой, новая турбина. Ладно, что-то хуйня тут все. Надо разбирать шестерник ГРМ. Полностью все это выдвигать. Но это очень неохота делать.